Крис и Салли – лучшие друзья, но они живут далеко друг от друга. Этим утром они оба отправились на станцию. Крис вышел из дома на 15 минут раньше Салли. Они встретились в парке. Кто из них был ближе к станции в тот момент? Друзья были вместе, а значит, находились на одинаковом расстоянии от станции. Крис и Салли добрались до станции вовремя, но им еще нужно было купить билеты. Один билет стоит 50 центов. Не говоря ни слова, Крис дал кассиру доллар. Кассир тут же протянул Крису два билета. Почему? Крис дал 4 монетки по 25 центов, а значит, сдача была не нужна. Крис и Салли планируют посетить 100 стран за год. Сегодня они наконец-то отправились в путешествие. Ребята начали играть в карты с попутчиками. Они заметили, что в колоде не хватает нескольких карт. И если раздать карты на 4 человека, то остается 3 лишних карты. А если на троих, то 2. Если раздавать на 5 человек, то снова останется 2 карты. Сколько карт было в колоде? В колоде было 47 карт. Если мы разделим 47 на 4, то каждый игрок получит 11 карт. И 3 карты будут лишними. Если разделить 47 на 3 или 5, то останется 2 лишних карты. Ребята проголодались и отправились перекусить в вагон-ресторан. Официант принес им напитки и выпечку. Когда Салли увидела пирожные, она вскрикнула и подскочила. Две пчелы перед двумя пчелами, две пчелы позади двух пчел и две пчелы рядом с еще двумя. Сколько пчел она увидела? Могло показаться, что пчел было очень много, но на самом деле только 4, просто они расположились квадратом. Когда Крис и Салли вернулись в свой вагон, то обнаружили, что кто-то проник в их купе и украл фотоаппарат и ноутбук. Они вызвали полицейского, и он опросил 3 свидетелей. Чак сказал: «Все это время я был в туалете. Перед посадкой я купил пачку китайской лапши, однако быстро понял, что это было ошибкой». Лола сказала: «Последние полчаса я редактировала свой влог. Я была в наушниках и не выходила из купе». А Даниэл сказал: «Прошлой ночью я был на вечеринке, поэтому заснул тут же, как сел на поезд». Кто из них солгал? Это был Чак. Он сказал, что купил только одну пачку лапши и съел ее. Но откуда тогда здесь эта закрытая пачка? Внезапно поезд въехал в тоннель. На несколько секунд стало темно, а когда стало снова светло, Крис и Салли увидели, что Чак сбежал. Они отправились его искать. Помогите им найти Чака в этом вагоне. Вон он, где прячется. А в этом вагоне? Он прячется на полке для багажа. А в этом вагоне? Вот он. Он переоделся в форму проводника. Ребята вышли на станции в Барселоне. После этого они поймали такси и поехали в квартиру, которую забронировали перед поездкой. Водитель предложил отвезти их бесплатно, если они отгадают загадку. У этой птицы 4 крыла, но она не умеет летать. На ветер смотрит, крыльями машет, а сама не с места. Что это? Ребята отгадали загадку и поехали бесплатно. А вы догадались? Правильный ответ – ветряная мельница. Наконец, ребята добрались до квартиры, но дверь была заперта. Чтобы открыть замок, нужно было ввести 4-значный код. А вы заметили подсказку, как открыть дверь?
На стене написано 6 слов. Глаза, нос, кожа, рука, уши и язык. Все слова в списке, кроме руки, это органы чувств. Это подсказка. Правильный пароль – рука. Ребятам очень понравилось в квартире. Но кое-какой предмет им понравился больше всего. Попробуйте отгадать, что это. Во мне 5 букв. В конце и в начале – согласные. Во мне спрятаны рог, ров и вор. И я нахожусь в вашей комнате. Что я? Правильный ответ – ковер. Салли и Крис отправились на прогулку на пляж. Они построили красивый замок из песка и искупались. Когда они вернулись, то обнаружили, что кто-то сломал их замок. Они решили расспросить 3 человек поблизости. Фрэнк сказал: «Я мазался солнцезащитным кремом и не видел ваш замок». Билли сказал: «Я увлеченно играл с друзьями в волейбол, и я не трогал ваш замок». Алиса сказала: «Я видела какого-то странного парня. Он наступил на ваш замок. Ужасно, какие люди бывают невоспитанные». Кто из них солгал? Алиса. Она оставила сережку на месте преступления. Ребята отправились на вечеринку. Крис попросил диджея включить его любимую песню. Диджей ответил: «Хорошо, но сначала отгадай мою загадку. Я в моде, но не в тренде. Я самая первая среди своих друзей. Я есть в машине, но не в мотоцикле. Вы не найдете меня в Лондоне, но встретите в Париже. Что я?» Крис быстро отгадал ответ. «А вы?» Правильный ответ – буква «А». Крис и Салли решили сходить в ботанический сад, чтобы посмотреть на местную флору и фауну. Сколько цветов и бабочек было в саду, если оба утверждения верны? Если все бабочки сядут на цветы, одна бабочка на один цветок, то одной бабочке не достанется цветка. Если на каждый цветок сядет по 2 бабочки, то один цветок останется без бабочки. Как думаете, вы сможете найти ответ? Правильно. Всего было 4 бабочки и 3 цветка. Крис и Салли отправились в музей. К сожалению, они потерялись на подземном этаже. Наконец, они увидели 3 двери, ведущих наружу. За первой дверью пряталась толпа голодных зомби. За второй было ледяное озеро, такое холодное, что в нем нельзя было провести ни минуты. За третьей дверью был огнедышащий динозавр. Какую дверь выбрать, чтобы выжить? Чтобы решить загадку, нужно вспомнить 2 вещи. Во-первых, динозавры не дышат огнем, это делают драконы. А во-вторых, динозавры вымерли много миллионов лет назад. Крис и Салли должны выбрать дверь номер 3. Крис и Салли решили сбежать из жуткого музея. Откуда ни возьмись, появился охранник и сказал: «Я выпущу вас отсюда, если вы сможете отгадать мою загадку. Слушайте. Я увидел свой портрет. Отошел? Портрета нет. Что это?» Поможете ребятам? Правильный ответ – зеркало. Крис и Салли пошли в сувенирную лавку, чтобы купить подарки для друзей. Продавец предложил им 3 коробки, но выбрать можно было только 1. Поможете ребятам сделать правильный выбор? У первой коробки грязное дно, как будто что-то вытекло. Вторая коробка слишком яркая. Наверное, в ней что-то дешевое. А третья коробка такая же, как первая, только чистая. Поэтому им нужно выбрать 3-ю коробку.
Ребята отправились к небоскребу, чтобы сделать красивые фотографии города с высоты птичьего полета. На 33-м этаже они увидели мужчину, который смотрел в окно. Внезапно он распахнул окно и перепрыгнул через оконную раму. Мужчина приземлился на пол и ничуть не пострадал. Как такое возможно, если у мужчины не было парашюта и пол был твердым? Мужчина был мойщиком окон, и он запрыгнул через окно в здание после того, как закончил свою работу. Когда у вас три, их три. Когда у вас два, их два. Когда у вас один, его нет. Что это такое? Догадаетесь? Правильный ответ – выбор. Когда у вас три варианта. Когда у вас два варианта. Но если остается только один, значит, выбора нет.